Дорогие подписчики и гости моего канала, мы продолжаем разбираться в пассиве, в страдательном залоге английского языка. И следующим на очереди у нас Present Continuous Passive. Мы с вами будем наряжать рождественскую елочку. We are decorating a Christmas tree. Вы помните, да, что Present Continuous – это когда говорим о том, что происходит прямо сейчас. Так вот, мы сейчас наряжаем елку. Но каким существительным совершается действие? Правильно, над елкой. Ее ведь наряжают. Вот ее и поставим на первое место в предложении. The Christmas tree is being decorated now. Отрицание и вопросы образуются, как и в простом present continuous. Либо добавим not в отрицаниях, либо изменить порядок слов предложений. Вопроса. Итого, что нам надо запомнить? Предложение начинается с подлежащего. Далее to be, то есть am, is или are. Потом главный элемент being. Собственно, этот ключевой элемент и показывает на продолжительный характер действия. Ну и плюс третья форма глагола. Being – это неизменяемая часть present continuous passive. Немного потренируемся. Попробуйте составить предложение из данных слов. Первое. Письмо сейчас пишется. The letter is being written now. Нас сейчас тестируют. We are being tested at the moment. Машина сейчас ремонтируется. The car is being fixed now. Утюг используется моей женой. The iron is being used by my wife. На этой неделе вырубают деревья. The trees are being cut this week. Меня моет моя мама. I am being washed by my mother. Текст печатается. The text is being typed. Ужин готовится моей бабушкой. Dinner is being cooked by my granny. Всех с Рождеством, друзья! Подписывайтесь на канал. Желаю всем освоить эту несложную тему. Желаю всем вам счастья. До скорого. Увидимся.